Ну что ж, друзья, всем привет. Делаю сейчас последнюю нотификацию, аннотацию в Стиме. Сейчас одну секунду, а мы чуть-чуть опаздываем. Опять же, опаздываем не в том плане, что я опоздал. Я не опоздал, я сказал дождаться меня, как бы попросил судьи. Попросил судьи, конечно же, тоже немножко притормозить, друзья, матч. Но вот почему-то они позволили командам, в принципе, начать играть. Как видим, нотификация пролезла. Ну и встречается у нас команда Селекта Украины, Virtus.pro Россия. Извиняюсь за такой спонтанный достаточно врыв. Настроим немножечко мы, наверное, нам звук. И Селекта уже в защите ведет, как я понимаю. Там счет что-то в районе 2-0 должен быть уже. Пистолетка была за ними. Вообще по-братски почеркали карты. На черке карт я присутствовал. По сути дела, как бы Визи с Ангелом очень хорошо общаются. Они почеркали достаточно спокойно. Никто не выпендривался. Но расклад был такой: либо Фордж, либо Трейн. И Фордж, естественно, никто не стал играть. Поэтому на Трейне решили продолжить свою зарубу. Ну вот я вижу первый байт Virtus.pro волевой после первой пистолетки, в которой, кстати, была поставлена бомба. И уже ребята будут здесь, наверное, добивать. Селекте, конечно, не повезло сыграть нюк с финнами. Нюк, опять-таки, ну, скандинавская, финская карта. И тем более с Люрписом, который на ней себя чувствует как у себя дома. Конкурировать было очень тяжело, но мы видели эту встречу, ничего выразительного, матч игрался на сцене. Опять-таки, вот фигово, конечно, когда ты не знаешь, когда ты что-то смотришь, почему ты это смотришь. Сцена такие, как бы, полуразваленная оказалась, да, и многие вернулись из CSGO. Ну вот, будет CSGO, друзья, будет на него время, пока что досмотрим 1.6 по Асусу. Сегодня, кстати, заканчивается групповой этап, и это один из матчей, который мы должны с вами вроде посмотреть. Но, по-моему, сегодня с меня 3 КСов хватит, вот 4 КС у меня пошел. Так, сейчас я еще выложил Юрца и Action вот у себя ВКонтакте. Фоток должно было быть больше. У нас Wi-Fi только-только заработал. Вот когда мне надо было идти в студию комментить матч свой. Меня тут уже спрашивают, что делаешь. Вообще супер. Здесь 2-2 селектор развернули, как я понял. Вот пока я тут разбирался с этой демагогией, короче, кратко. Ладно, комментарии ваши, друзья, Киберарена ТВ, группа в Стиме, хэштег CSSLTV. Вижу, там вот написали: в матче Virtus.pro против Рути играет трое пар братьев. Ну вот трое, может, не двое ли случайно, просто вот двое, я еще поверю, если две пары братьев. Начинается вот добавление в Steam, все, Steam читать не буду. Читаю, друзья, only Twitter, only TweetDeck, only Hardcore. Вадик, минус Адрен, отличное начало. Ну, ВП здесь как? Вот это дружеская игра, скажем так, да, френдли матч. Расклад просто здесь в том, что если селекты выигрывают Virtus.pro, то они не выходят с группы все равно, потому что ситуация такая, что финнам нужно обязательно проиграть одну, и нужно, чтобы упали вроде бы как Independent, если я не ошибаюсь. Так что, ну, будущее весьма туманно у парней. Бомба в итоге ставится, как видим, 4 в 3, и Кучер минус Вадик. Бомба с Б, и УВП полный контроль ситуации, как бы полный контроль происходящего. Ну вот Юра Страйк в качестве АВП, конечно, да, в качестве АВП Юрец не так, например, хорош, как некоторые игроки, но старается, как видим, Фокса все-таки удалось ему здесь обрезать, ну и Кучер, естественно, сразу же мстит. 3-2 залетает, раунд преимущества за ВП, и я думаю, что сейчас они в атаке попытаются набрать 5-6. Прогнозов на эту встречу, опять же, делать каких-то ярких не стоит в пользу селекты. Ситуацию я вроде бы объяснил, что это больше будет сейчас похоже на дружескую игру. Но другой нет, матч смотреть надо. Я пока нырну быстренько в репортажик и посмотрю, что сейчас планируется у нас вообще на Асусе сегодня. Может быть, будет еще что-то интересное. Просто пока непонятно. Так. Да вот что такое? Вылез я сам у себя в звуке. Да, селекты играют, потом будет последняя пара садится играть. Но там, как я понимаю, расклад в том, что Рути должны проиграть Independent. То есть, ну, вот важный матч в ВП, по сути, ЕЛТЗ обыграют. Это вообще изи. Селекта Дукерс, ну, там 50 на 50 можно будет поставить с учетом последних событий. Но, опять-таки, селекты там должны брать. Если опять, ну, не будет косяка с мониторами 120-герцовые, не дадут никому, то все должно быть нормально. Вот. Ну что, состав Ламабот, Хаус, Эмиран, Вадик, Страйк дерутся пока что с Ангелом, Кучером, Адреном, Фоксом, Досей. Команды всем известны. Ну и тут, видим, вот настреляли на верхнем горбе, если так неплохо. Досей еще вот сумел погубить. Досей и Ламыча вдобавок ко всему. Но Ламыч отрезал, посмеялся Ламыч над ситуацией. Но моментов смешных будет много. Для тех, кто хочет смотреть HLTV, друзья, HLTV 51 порт по 53 game.kiberarena.tv 30.0.50. 1, 52, 53. Вот эти вот адреса HLTV, которые есть. Параллельно тем временем, как я понимаю, Рути будут...
Да, руки, наверное, даже уже сейчас начали сели играть с командой Independent. Написано, что должны они садиться 8, но Independent, если я не ошибаюсь, сыграли все свои игры и готовы уже драться с ними. Вот в ВП, естественно, задержки. Ну, там последние два матча, вот ВП Select, руки сейчас играют с Independent'ами. Я не думаю, что они одновременно сядут играть, хотя фиг его знает. Вообще, лучше бы одновременно, просто здесь еще есть такая интрига, как бы, интересная. Ну, а тут снова Юра Страйк с веслом один, бедняга на зелени, скучает его совсем. Нет, все, Юрца надо забирать, комментировать, как бы. Надо завязывать и играть в Counter-Strike. Вот решили, ребята, знаете, ворваться на Asus по фану. И вылезает опять говноплеер. При том, что вылезает он вообще просто ниоткуда. Я теперь понял, почему я в репортажах не сижу у нас на сайте. Надо будет сказать Покрышкину, чтобы пофиксил ситуацию. В матче Virtus.pro против Рути играют трое пар братьев. Это я слышал. О чем ракуют? Что ракуют? Так, привет Юре Страйку, он будет комментировать. Да, ну вот Юра, если с группы не выйдет, завтра будет комментировать со мной и полуфиналы, и отдельный матч аналитикой будет заниматься. Это бонус только на самом-то деле для нас. Во всех негативных моментах есть плюсы. Но с группы выйти, опять же, ситуация фантастическая. Ну и эта встреча больше похожа на фан. Если честно, комментировать ее желание вот, не особо-то и много было, но нужно. Есть такое слово «надо». Ну и заодно вот посмотрю, что тут твой Фокс тут вообще как-никак не попал. Доси пришел, помог брату. 6-2 Virtus.pro. Ну вот посмотрите, еще как бы 2, да. И еще 2, и это взятая первая половина получается. Тут, я думаю, селекты сейчас на жесткой минус морали сидят. Как бы, но увидим. Увидим, что будет. Ну, зато компенсация проезда небольшая будет парням. На метро дадут. 2 гривны. Бывает, шучу. Так. Так, прострельчики центра. Закидали сразу же гранатами. Вот, не дали открыться здесь ВП селектом. Ну, у них деф, опять же, более дефолтный, вот на закрытом. Ну, что происходит? А, хаос стоит один, сейчас чекает вверх. Юра только подошел. Вот если был бы выход, Юра бы закрывал уже только плен. То есть это, по факту, выбивание лоб-лоб бы было. Так, ну, вот верхний город, если ВП смотрит, в итоге увидели Юру, дадут Юре уйти. Ой-ой-ой, Кучер сжал вместе с Адерном по Юре, забрали. Адерн пал от хаоса, хаоса разменивает моментально Фокс, и Кучер проходит на закрытый в первый в звене. Чекает сразу же Зиг, естественно, как видим, Зига здесь пытается выйти за халпить. То есть еще каким-то чудом умудряется забрать Ламыч, а вот Ангелу удалось выйти в спину к соперникам, поэтому на сейф уже будет не уйти. Ну, и они ловят сейчас, все пытаются поймать Ами. Вот прыжок от Фокса, прыжок смерти от Фокса. Ами дает минус 2, падает бомба. Ой, лол, ребятки! Не, бомба у Доси. Доси уходит с бомбы. Я-то думал, сейчас убил плент, бомба упала, все, и ВП там 2 в 1. Как бежать на закрытый, когда у тебя 30 секунд? Выбивать одного парня на горбе, который, может быть, хрен знает где угодно. Но не там. Ну, давайте смотреть за тем, что будет делать нас сами. Ситуацию он прекрасно понимает, но ВП ее тоже понимают, и поэтому бомба ставится к стороне КТ респауна. Чтобы встать в перекрестный огонь, ее, естественно, отдефить. Ну, вот Доси нашелся, но, как видим, АИМ Доси здесь как бы не хромал ни капли. Доси просто взял, поставил. 7-2, 5 раундов преимущества за Virtus.pro, еще один раунд будет. Но это вот этот раунд они точно возьмут, здесь диглы как бы у селекта, и вряд ли у них получится что-то сделать с этим экшеном при таких раскладах. Ну, постараются. Так, выход центр, попытка перестрелки, Кучер минус Вадик, отлично, в ответ от хаоса залетает сразу пулечка такая в лоб с Юспом. Ну, одна потеря несущественна, здесь просто сабдауны, как видим, отрезают проход на сотку, поэтому калаше селекта будут только мечтать. И спокойненько везде перекрыли, осталось вот единица на единице. Опачки, минус от Ангела, да, тоже забрали. Ну и последний в пачку ловит Ламыч на апдауне, который попытался сыграть спину. 8-2, первая половина завернулась про селекта, пока, по-моему, не питает никаких иллюзий, никаких надежд на то, что сыграет нормально. Так, походу, Ами скоро побреется на лысо. Да ты же видел его, товарищ Денисов. Вы же видели, наверное, его на трансляции. Могли наблюдать. Мы же камеры включали с игроков. Кстати, по непонятным мне причинам, мне просто как бы, ну, режиссер такой. Я говорю, включи мне камеры, как ПБшником включаешь. Он такой, неа. Просто неа. Их некуда вставлять. Вот. И я не нашел команды, которые можно подвинуть в разбар. Я знаю, что это можно сделать, поэтому этим я займусь завтра. Я хочу завтра стрим с камерами, наконец-таки. Нормальный, человеческий стрим с камерами, чтобы бокам было видно игроков, все было четко. Но здесь пока что война на зелени. Гранаточка в Ламыч. 81 кп у него остается. Вадик идет аркать центр и сейчас будет влетать на Досю. Но решил все-таки передумать, закрыть апдаун, посидеть безопасно. В атаке, как видим, бомба в доме и ВП
в преимуществе на одного игрока действует на стяжке достаточно спокойно. Вот тут хороший прострел от Доси. Знаете, на поп-док. Страйк минус Фокс. Быть такого не может на закрытом. Амиран тоже с ВП. Ой, 2 ВП у селекты. Друзья, 2 ВП. И сейчас они попытаются кого-то здесь еще закрыть. А Оров-то на сцене просто там поинт-бланк сел играть. Жесть, конечно же. Айми минус Адрен. Отлично. Отлично. 3 в 3. ВП продвигаются с апдауном к апленту. Стяжка с закрытого, очень-очень быстро. А нет, посмотрите, это сплит, либо сплит. О, боже мой! Вот этих, я не знаю, ну вот этот... Солянка со всего СНГ берет просто, заходит в зик на морозе. Им никто ничего не делает. Юру выходит в шоке. В упоре его, естественно, убивают. Юру по зумчике не такой, как у всех. Адоси прострелом забирает последнего ламыча через вагон. Да, беда, беда. 9-2. Ну, Virtus.pro творят, что хотят. В общем, интересный КС. Давайте посмотрим, как тут автодиректор работает. Как же там он пишется, спек автодиректор 1. Давайте посмотрим, будет нам автодиректор что-то показывать интересное здесь или нет. Просто в Gold TV он показывает все очень четко. Он вылезан, показывает все важные моменты, все фраги, всю тему. Ну а здесь просто никого не включайте, ни на одно убийство. Как видим, Вадик дальше бежит, Хаус в этот момент минусует Адерна. И выход на закрытый идет, потому что открыли по нему. Ну Хаус единственный, кто походу принимал закрытый. Ну были они с Юрой вместе, но звено развалилось. Без шансов для них, и ВП занимает закрытый, кучер карает Ламыча, 3 в 2, ну и выбивание вдвоем от Амирана, Вадика, вряд ли будет выразительным, ну вот Вадик может сейчас удивить нас, конечно, своей стрельбой, он в хорошей форме находится, на самом деле, в плане стрельбы, но пока вот три берста заходят мимо Ангела, остается у Ангела 6 хп после этой перестрелки. 10-2, за атаку, Virtus.pro выигрывают у селекты, ну, с другой стороны, Ами просто понял, что... Наверное, да и селекты тоже поняли, типа, что сейчас парням солить, давайте дадим им раундов побольше, да, с первого места, чтобы виртусики выходили. Ведь Юре потом комментить финал. Хотя на финал, наверное, будем мы вместе с Тафой, я пока еще точно не знаю нашего расписания. Я просто не хочу, чтобы там был какой-то перегруз в плане работы. На самом деле, очень тяжело, находясь на турнире, комментить. Нет, энергия есть, все есть, но когда у тебя один матч на сцене, потом следующий матч в студии, следующий матч на сцене, а потом снова студия, вот это вот называется тупым расписанием. Реально тупым просто. Ну, когда можно было все сделать проще. Либо день матча на сцене, день матча в студии, как бы, и все были бы довольны. Но здесь Страйк забирает Ангела, то есть минусует Страйка и 3 в 2. Как бы ВП в меньшинстве, но у них перевес по девайсам. При том, что стрелки неплохие остались. Вот Дося любит грамотно разыгрывать раунды в меньшинстве. Не то, что любит, он умеет это делать. Плюс есть кучер, который сейчас может очень бешено сыграть против Зига. Вот кучер сразу выше прицельщик немножечко поднял. Пропорции, конечно, вот сложно, как говорят ВП, после пропорций CSGO реалистичных, вот переместиться снова в картинку 1.6 и... Непонятная ситуация, непонятная так. Ну что, вот Лама сейчас попытается... подефить, вернее, развод на деф дал, ждут вверх, и открывается Доси, понимает, что это развод. Ну, тут, ну, второй раз уже он увидел просто, что там есть деф, и ой, великолепно, Ами, 10-3, дефьюза нет, 10-3, да, это 10-3, друзья, и Ламыч берет раунд, ура. Повезло селекте. Как-то умудрились все-таки взять они это очко. Так, ну, тем временем. live.asus.open.ru. Кстати, друзья, заходим туда, ищем плеер КС, смотрим также стримы оттуда. Там тоже много всей полезной няшной информации. На самом деле, я считаю, что вот очень-очень няшный сайт сделали наши пацаны. Да, наши софтеры, программисты и верстальщики, и все такое, кто там был. Как раз для турнира, вовремя. Вообще, мы делаем практически под каждый чемпионат, который освещаем крупный, реально какое-то, ну, вот, событие, да. Мы стараемся сделать под него отдельный сайт. Под International делали, вот, по CSGO. Когда будут крупные ивенты, тоже будем делать, ребята, вас не оставим без внимания. Ну, и все они, естественно, будут логинно привязаны к StarLadder'у. А здесь пока что идет интеллектуальное общение между Визи и Досей. И Хаус минусует Ангела. Тут, ну, чё, 4 в 1, кучера надо забирать. Как бы... Но вот каким-то чудом Фокс убрали. У него там один хп оставался. Вот кучер. Вот это две пачки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Эмилька. Чуть-чуть не хватило сейчас. Просто чуть-чуть, реально. Вы видели, что было? Он сейчас мог еще две пачки поставить. Две пачки на пятой линии. Две пачки практически поставил в перемышку. И почти, ну вот, последнего задел. Очень-очень плотно. Я, к сожалению, не успел заметить, сколько там было хп. Но, походу, это был эпичный экшен.
Ну, а Твиттер по хэштегу КССЛТВ, по крайней мере, все еще молчит, и никто туда не хочет писать. Какие вы все-таки не твиттеризированные ребята. Не, ну вы поймите, что Твиттер удобно. Надо, наверное, просто читать комментарии оттуда и не пользоваться Стимом больше. И все будет круто. Дойси минус Вадик. Тем временем. Ну, 4 в 4, и выход на закрытый. Дойси открываться будет по зелени до конца. Где-то что-то вроде фейка, хотя... А фейки пока что рано говорить. Хаос минус Дойси забирает на зелени, и ВП пробираются. На закрытый все-таки Фокс уже играет в линк, дает первый минус, забирает кольта. Владел кольтом, теперь пойдет охотиться на страйка. Да-да-да, охота на страйка, удачная сразу же. Хедшот, Юра даже не успел прицелиться. Надо хоть посмотреть, что там по статистике. Ну, Юра 6 на 14, как бы, вот он такой. Вон Адрен, 8 на 10, как бы, вот совсем не хочется вспоминать, как играть в 1 на 6. Ну и 11 на 4, первая половина, друзья, заканчивается. Что поделать? Что поделать? Ничего не поделать, сдать пистолетки. Ну, короче, если пистолетку берут сейчас Virtus.pro, то тут все ясно, все понятно. Если пистолетку берет Селекта, то тут тоже все ясно, все понятно. Обожаю. Ну что, давайте смотреть за пистолеткой. Сразу здесь идут рестарты. Торопились сейчас селект своих оппонентов из ВП. Видимо, решили быстро сыграть. Сразу же падает первый Юра Страйк от Кучера. Хаос открывается на плент. Пытается с диглом протаранить, не удается. Результативно играет только Вадик, забирая башню. Ну а защита, как видим, сцепилась быстренько, сместилась быстренько на открытый и спокойненько разобрала двоих, троих. Ну вот Казах зажег последними двумя фрагами, забрал зелень. Я все-таки думал, будет выходить кто-то с сотки агрессивно, но никто туда почему-то даже не думал пойти у атаки. А, ну Юра Страйк в начале. Ну и счет становится 12-14 в пользу Virtus.pro. Быстрая такая на самом деле игра. И вот знаю, на самом деле сейчас минус мораль огромный у селекта. У Virtus.pro минус морали нету, они просто понимают свою ситуацию, что у них... По сути-то дела, нужно выиграть просто все оставшиеся матчи, попытаться выйти с первого места, и все. Финны могут попасть в стыки, но финны сыграли 15-15, кстати, и здесь счет УВП против селекта уже по раундам немножечко похуже получается, как бы, чем у финнов, поэтому нужно попотеть. Не, ну финнам надо отдать должное, на самом-то деле, вот только-только, вот вчера они играли опять же вместе с Колей Вейсом, с Ашком, сегодня как только... Прилетел, наконец-таки, товарищ Эслок и Джигетус. Пацаны устроили зрелищный камбэк против Virtus.pro на сцене. Но это показывает то, что они не в такой уж хорошей форме на самом-то деле. Потому что они практически... Ну вот Эслок был инактивен, Джигетус не играл. Как бы Люрпис поигрывал, там приглашали его туда-сюда. Ездил, как бы... ну, в форме находился. Но вот для игрока, который в форме, что-то сегодня он разыгрывал свои варианты. Свои моменты интересные как-то слабо. Ну что, Дойси сейчас будет биться против пакета. Пакет стоит, вот он тут дает уйти все-таки в зигзаг игроку атаки. И на Хаосе вся инициатива розыгрыша этого матча оставшегося. Ну вот Дойси каким-то чудом убирает Ламыча. Ну тут все, Хаосу не выжить. Смотри, Дойси сейчас что просто сделает. Ну вот 30-ка-то заканчивается у Досина. Ну вот он, по-моему, понимает, что ему надо спешить. Хаос его дурит здесь на вагоне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, до конца бомба 10 секунд, Дойси, по-моему, уже не успеет ее задефить. Да, решил не дефить, дефузов нет, как я понимаю. Да, дефузов у Дойси нету, отдают этот раунд Virtus.pro, но Дойси все равно разобрался здесь с Хаосом и показал, что если были бы дефьюзы, раунд бы достался. Сержик Найс, yeah, thanks, пишет Ламыч. Ну, ребята на позитиве, на самом деле. Вот, играли они не раз друг против друга, но турнирная ситуация заставляет. Ну вот пишет нам Сергей Денисов в Твиттере, что типа, я не молчу. Ну я понимаю, что ты не молчишь, но почему-то все остальные кейсеры как бы только и умеют, что сраться в комментах ВКонтакте и не могут поставить себе твитдек, чтобы посраться, например, в том же Твиттере. Который, кстати, удобней, даже для срача. Странно. Вот дотеры, например, вообще красавчики. Вообще вот уважаю дот комьюнити, такие молодцы. Общаются через Твиттер, все у них там круто, клево, как бы... У них там хороший фидбэк с Вилатом, при том, что, ну, я, например, могу вообще с телефона читать ваши какие-то комменты, когда сижу, даже сцену комментирую. Ну, вот, это интересно. Это интересно. Очень. Там идет активное обсуждение всех матчей. Так, ну, тут что? Terrorist Win 12-6, что, селекта? Ну, потащат принципиально или нет? Хотя там какой принцип? Здесь никакого принципа нету. Здесь игра просто от фана уже идет.
Эх, ну вот, например, Ами вчера очень сильно расстроился. Просто то, что они проиграли команде Independent со счетом 16-14, заставило парней немножечко так подсломиться. Но, думаю, все будет четко. Медленный раунд в исполнении селекта против экономического раунда команды Virtus.pro. ВП расстановка сил 3-2 по плентам. И Карась вот уже готов сейчас здесь начинать собирать сьюз по голову. Ой, Карась вообще в аркаду пошел, пачку ставит, его убивает. Ламыч еще сносит хаоса, минус 2 от Ангела, это полный лол. 3 в 3 ситуации на пистолетке, есть диглудоси, если реализует, будет четко. Но вот открыто себя Павел Кучер пострадал, Фокс тоже. Ну вот нужен доси с диглом просто прямо сейчас, чтобы он ворвался, либо Казах с юспом. Ну вот давайте посмотрим, Казах пойдет сейчас в гору пострелять. Ну его там на 2 девайса ждут, как бы, и его USP, конечно, тут совсем не USP, чуть-чуть выше он берет. Дигл тоже не удается реализовать доси. 12-7. 12-7 в пользу команды Virtus.pro. Отыграли селекты несколько очков, но окончательно им это вряд ли поможет. Здесь спасет ситуацию только реально вот такой момент. Они выигрывают у Virtus.pro, финны проигрывают свою шпилку в групповом этапе, Independent проигрывают тоже свою игру. И тогда вот у селекта появляются шансы выйти из группы, как бы попасть в стадию плей-офф или хотя бы в стыки. Вот, но... мне, если честно, просто несмотря на все там теплые отношения со всеми игроками, мне бы хотелось, чтобы ВП на самом деле заняли первое место в группе, потому что займут первое место в группе, у них не будет мутни, скажем так, в стыковых матчах, да, и после стыков им предстоит просто разыграть свой полуфинал нормально, где все расклады достаточно понятные. Ну что, Дося Ангел, минус Ламыч, минус Вадик. 2-3 ситуация, Дося 1, хит, бомба ставится, и сейчас Амиран попытается затащить по-капитански. Он, кстати, капитанец сегодня в команде и вот координирует все процессы у селекта. И на сегодня, вчера это тоже было. Ну вот пока минус 2, 1 в 1 остался он с Эмилем. 2 в 1, 2 в 1, извиняюсь, Дося 1 хп. Но вот Дося дождался, Визи его не ждал с той стороны. Деф-бомба от Кучера и... это 13-7, по-моему, это финиш хим от Virtus.pro. Три раунда, я думаю, закатаются, зальются вообще в банку, в копилочку. Очень-очень быстро и проблем не будет никаких. ВП-шек. ВП-шек. Зато сейчас, наверное, фанаты Virtus.pro крайне рады такому раскладу. Хотя этот турнир они должны делить, я считаю, первое место с кирчами. Вообще, вот, на мой взгляд, это две команды. Но, опять же, стоит отметить, что Virtus.pro это гоу-команда больше, чем, как бы, 1.6 в данный момент. Там все, конечно, опытные игроки в 1.6, но они уже сделали свою пересадку. Я, например, жду с нетерпением матча из StarLadder, потому что именно на StarLadder станет понятно, как бы, что будет происходить дальше. Я бы хотел, чтобы ВП там вошли как минимум в топ-3. Но там, знаете, StarLadder по CSGO будет намного интереснее, чем тот же Asus по CS 1.6. Тем же присутствием ESC, Jazz, Virtus.off и Z-Nation. Там начнутся интересные прикольчики. Тем более, что первый свой матч Virtus.pro проведут против Z-Nation, а ESC проведут свой первый матч против Jazz. И все это будет на сцене, если я не ошибаюсь. Надеюсь, не параллельно где-то в зале. Ладно, давайте смотреть здесь за происходящим. Так, что будет сейчас происходить? Медный раунд от селекты. Без преимущества, с чеком. Ну, там что-то с зеленью, как я понял, заходило. У атаки, но... а, так это что-то, это типа старый раунд. Играют сейчас селект. Знакомый раунд. Вот, у кого-то я его уже видел. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Визи-визи. Хаос-страйк и Ами. Втроем подзакрытый с бомбой, Ламыч отрезает. Ну, вот Virtus.pro этот раунд очень часто делали на трейне, кто не помнит, кто не понял, о чем я. Он практически один в один, у ВП только Ангел играет в качестве по зелени, да, здесь немного другой расклад. Тут, как видим, два ВП справляются полностью с ситуацией. Дося даже тоже берет слона, потому что понимает, что соперники морально раздавлены, и можно, в принципе, здесь на перестрелке выигрывать. 14-7. Минус раунд у селекты плюс Virtus.pro. И два раунда остается. Один раунд ничьи, и два раунда нужно взять команде селекта. Ой, Virtus.pro до победы. Ну и селекта нужно тащить 7, если они хотят сыграть 14-14. Старикам не удалось ворваться. Ну вот точно могу сказать, что, например, Ами, тот же Визи, да, они не будут играть в CSGO. Страйк хочет. Но серьезно, он ничего не хочет. Мы вот собираемся командочку замучить как раз таки. Я отдав страйк и по фану делать вот такой бригадой комментаторов это все дело. Играть где-нибудь в онлайне по фанчику. Накуриваться, набираться, скажем так. Ну что, Ламыч, Дигл, ласт. Это 15 раунд, отдача его на последнем раунде у селекта будет бай. Может, они там что-то покажут, удивят нас как-то. Но пока все в одну калитку залетает. Буду общаться с вами. Так,
КС СЛТВ. Окей. Что-то там за картинка какая-то интересная. А, фотожабу с Визи уже сделали. Ну, я, наверное, пока что ее сохраню. А, она на флеше. Тут надо View Original смотреть и... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну да, выложу я у себя ее ВКонтакте. Кто хочет посмотреть, пожалуйста. От нашего пользователя выложено. Только у меня не прогружается почему-то. Не прогружается почему-то эта ссылка. Вот я ее выложил. А, ну она, короче, не отобразилась нормально на экране, поэтому я просто картинкой, наверное, выложу. Ну что, Counter Terrorist Win здесь, как видим, мы... 15-7! Оле-оле-оле! Добили последнего, молодцом! Быстрый захват экрана этого изображения. Я просто сильно хочу... О, мне тут Пандевич даже так скидывает картинку. Вообще красава просто. Прямо в скайп. Малорик. Малорик просто, что сказать. Так, ой, не могу найти. Так, все, давайте досмотрим матч, а потом я ее выложу. Ладно, давайте смотреть. Фокс минус хаус сразу. Последний бай от команды Селекта. Последние патроны от команды Селекта на этом чемпионате. Свои последние игры они вряд ли уже сядут доигрывать. Как я понимаю, да там мало кто сядет доигрывать свои последние игры. Смотрим на Ламыча. Не удается ему сыграть против Фокса. Тот забажил. Минус 2 в первых секундах против Селекта. И Ангел казнит Вадоса. Я люблю Counter-Strike. Все, корабль в этот Counter-Strike можно просто сразу отправить. Кучер минус сами, и Кучер кладет сразу же страйка. 16-7, финальный счет этой встречи. ГГшечка, друзья. Ну и Virtus.pro сыграли как бы никак. По сравнению с тем, как могли бы сыграть с финами. Вот если бы они с финами с таким счетом сыграли, они бы меня порадовали как минимум. Да и вас, я надеюсь, тоже. Ну здесь что? Здесь все понятно по общим раскладам, как бы получилось, да. И мы знаем прекрасно, что у команды Селекта там плотная минус морали. У них на самом деле еще со вчерашнего дня, когда они проиграли Independent, им уже расклады в группе были ясны. Единственный матч был вот с финами. Если бы они вот точно выигрывали, и финны бы потом проигрывали дальше, то тогда бы они выходили. Но вот даже до этого здесь дело не дошло. Тем временем, наверное, я сохраню сейчас картиночку, залью ее опять-таки ВКонтакте. Можете ее посмотреть. Ссылка, кстати, вот здесь вот где-то в титре бегает. Можете зайти туда, посмотреть эту картинку. Там у нас находится Визи. Ну и потом я ее Визи покажу. Тоже обязательно. Надеюсь, он не расстроится. Но он поймет, что я же с любовью. Я же с любовью все такое. Бедняжка. Фотка с Визи просто зачет. Ладно, ребят, давайте зайду я в чат на Твиче, посмотрю. Может, на Твиче вы что-то написали интересное. Раз уж вот не дошли руки у вас до великолепного величия Твиттера. А, ну, в принципе, логичный расклад на самом деле. Типа, если есть чат, в него можно срать. В Твиттере, конечно, там так не получится сделать. В Твиттере ставится игнор. Ахаха, ну вот, ну да, я выкладывал уже картинку вот ссылкой, как бы, и она от Пандевича. И в хэштег КССЛТВ тоже зашла. Отлично. Ура! Кто-то написал вот в чате на Твиче, вижу, наконец-то. Да просто ставь твитдек, и все у тебя будет хорошо, и не надо будет писать ура. В Твиттере тем временем мне отправили что-то на ВКонтакт, но я по ссылкам не перехожу из Твиттера. Сорики. Так, этот... кто добрый, может ключик на гоу подкинуть? Кто-нибудь тебе Иеричка подкинет когда-нибудь? Да Твиттер это мейнстрим. Да Твиттер это офигенно вообще. Я не знаю, что на него там не летят. Так, ссылку кинь. Какая следующая игра? Кто и во что играет? Привет, Слэм. Валео Руссо. Просто понимаете, в Твиттере школьник, как бы, да, он не сможет написать что-то матом тебе и при этом остаться безнаказанным. Потому что это Твиттер. Вы его можете просто не читать, да, и я там, кстати, отвечаю на все вопросы, мне даже приват, вот на меня люди подписываются и пишут мне в приват, я вот перестал отвечать ВКонтакте, потому что это было полное безумие, вот, начали писать в Твиттере не против, там это легко контрится, как бы, так что в свободное время читаю. Селекта жалко, да, но что поделать, Virtus.pro супер, да, Virtus.pro супер. Слэм, где Тафа? Тафа, наверное, уже седьмой сон смотрит дома, если я не ошибаюсь, я пока что, наверное, посмотрю все-таки, какой там расклад вообще у нас в группах выходит на Asus Open, сейчас мы зайдем, у нас тут... Нас интересует, конечно же, Counter-Strike. И давайте зайдем на Counter-Strike. Ну, пока. Пока схема выглядит следующим образом. Independent имеет 9 очков. 7 очков имеет Virtus.pro. Рути 4 очка. Расклады такие. Селекта 3 очка, 3 очка и ЛТЗ. Дукерс тоже 3 очка. Но по последним результатам... А, ну тут еще не внесен результат Virtus.pro Селекта, где Virtus.pro тоже получает 9 очков. И у Virtus.pro на сегодня еще только одна игра остается с ЛТЗ. Они ее будут играть сразу после этой встречи. Параллельно Рути должны были... А, Рути, наверное, сели уже играть с Independent. Но если нет... А то мы посмотрим именно эту игру, скорее всего, потому что они будут играть за первые
А, за выход из группы как минимум это будет для Independent, если я не ошибаюсь. И там будет ясно. А может быть, Юра Страйк сядет покомментить. Хотя, если честно, у меня желания до конца группового этапа комментировать никакого просто нету. Вот. И, кстати, у нас все виджетами сделано на Asus, на live.asus-open.com, так что вперед. Кстати, нужно посмотреть, что там у нас еще на Нордконе происходит интересного. Ничего там интересного не происходит. Кночин собирает целых 1700 спектаторов. Молодец. А тем временем CS Promote продолжает выкладывать модельки, которые они якобы сделали, обделали, переделали. Модельки выглядят на самом деле ужасно, если честно, потому что у них очень низкая анимация. Чтобы была нормальная моделька, нужно снимать актеров в специальном костюме. Но разрабы CS Promote об этом не знают, поэтому свято верят, слепо верят в свой продукт. Пока что постоит турнирная заставка. Я вернусь через несколько минут после рекламной паузы, и мы проведем ряд бесед с вами. Пока пишем в Твиттер. Забей слэм, тут тупо Твиттер вообще никто не знает, аудитория 13-14 лет. Да как раз таки в этом-то и прикол, что как бы нет. Прикол весь в том, что как бы суммарно уже, ну, аудитория 13-14 лет, как бы, да, вот до 18, она уже давно как бы стала аудиторией от 18 до 24. И там дальше от 24. У меня даже есть процент там статистики, страницы. Как-нибудь специально выложу, чтобы поспорить. Как-нибудь, но пока реклама.